Многие помнят эту выпечку еще со школьной столовой. Нет ничего вкуснее и проще, чем рецепт сосисок в тесте. Используйте готовое тесто или сделайте сами. Подойдет слоеное дрожжевое или постное. Можно сделать большие сосиски в тесте или мини-версию, разрезав каждую сосиску пополам. Используйте копченые или обычные сосиски, с сыром или горчицей. Можете украсить готовую выпечку семенами кунжута. Есть их лучше уже теплыми, ведь горячая выпечка вредна для организма. 1. В чашу комбайна добавьте сливки, молоко, 1 яйцо, сахар, муку, дрожжи, соль. Замесите тесто в течение 15 минут. Затем переложите его в миску, смазанную растительным маслом, и накройте полотенцем. Через 1,5-2 часа тесто хорошо поднялось. Разделите тесто на 12 частей и скатайте их в тонкие колбаски. 2. Длинные сосиски обжарьте в течение 1-2 минут на сковороде, чтобы получилась корочка. Возьмите одну колбаску из теста и обмотайте ее вокруг сосиски. Выложите сосиски в тесте на противень с пергаментом. 3. Проделайте все действия с оставшимися сосисками. 4. Накройте противень полотенцем и оставьте еще на 1 час. За это время выпечка поднимется. Смешайте яйцо со столовой ложкой молока или воды, смажьте им каждую сосиску в тесте. Некоторые сосиски по желанию украсьте семенами кунжута. 5. Выпекайте булочки в разогретой до 180-200 градусов духовке около 15 минут. Готовую выпечку переложите на решетку для остывания. 6. Наслаждайтесь вкуснейшими домашними сосисками в тесте.